Легендарный 13-й трамвай превратится в достопримечательность. В Новосибирске на постамент поставили машину, выпущенную в конце 80-х годов прошлого века. В течение года вагон восстанавливали, после водрузили на пьедестал в сквере за оперным театром. Подвели электричество и водоснабжение. Чиновники надеются, что трамвай станет не только местом для красивых фотографий, но и оригинальным объектом общепита. Мы сейчас объявляем конкурс. Хотим, чтобы... более интересную, самую креативную идею, какое должно быть кафе, потому что мы хотим сделать так, чтобы все-таки это стало, так как это будет очень привлекательное место туристическое. Да, мы подразумеваем, что сюда будут приходить специально и приводить сюда группы туристические. Поэтому мы хотим, чтобы все-таки само кафе тоже было какое-то уникальное, очень интересное и запоминающееся. Поэтому сейчас будем искать как раз подрядчиков, которые зайдут сюда для того, чтобы изменить эту ситуацию.